Казахстанские теннисистки вышли в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации. Наши спортсменки преодолели команды из Таиланда, Индии и Китая. О том, как прошли игры, расскажет Зарина Беремкул. Беспрепятственно одолев теннисисток из Таиланда и Индии с одинаковым общим счетом 3-0, казахстанки встретились с лидером пула Б сборной Китая. Воодушевляющее начало обеспечила Зарина Диас, обыграв соперницу со счетом 6-3, 6-2. До выхода в плей-офф не хватало одной победы, однако в упорной борьбе Юлия Путинцева не смогла завершить командную борьбу досрочно. Это теннис, когда два сильных игрока встречаются, идет напряженная борьба, и ну, кто-то должен был проиграть. Сегодня она оказалась чуть сильнее, чуть более удачная. Удачные моменты ей сложились. Судьба сборных решилась в парной встрече. Галина Воскобоева в дуэте с дебютанткой Анной Данилиной провели зрелищный матч против пары китаянок, которые входят в топ-50 мирового рейтинга. В первом сете казахстанкам удалось повести в счете с большим трудом. Однако во второй партии Воскобоева и Данилина не упустили ни одного гейма. 7-5, 6-0 и безоговорочная победа в матче и всей сборной. Для такого матча, для такого нервного, для того, что мы играли с очень сильными игроками, я считаю, да, что это вот был показательный матч, и мы здорово отыграли на таком кураже. Женская сборная Казахстана по теннису выходит в плей-офф Кубка Федерации третий раз в истории. Соперник команды определится на следующей неделе. Им может стать сборная Швейцарии, Италии, Латвии, Словакии, Японии, Испании, Нидерландов или Канады. Сами игры пройдут 20 и 21 апреля. Зарина Беремкул, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.